друзья, сегодня мы в Армянске, прогуливаемся по новому бульвару возле 24-го дома 2-го микрорайона. Покажу, как в рамках программы благоустройства делают площадки, делают бульвары у нас. Ну, хочу сказать, в городе, конечно, город очень сильно изменился, и практически все уже скверы, которые были в запущении, уже сделали. Просто посмотрите, прогуляемся. Поехали! Вот здесь во дворе видим, что расчистили, подготовили площадки под новые спортивные и детские площадки. Будут устанавливать, потом посмотрим. Постараюсь найти фотографию, как раньше все выглядело, и вставить вам. Конечно, разница колоссальная. Сколько людей сразу здесь. Сегодня у нас 3 января 2020 года, и на улице, ну, я не знаю, на ощущение градусов 9, наверное, тепла. Очень комфортно, тихо. Ранее у меня уже было видео, где я снимала данную площадку, когда ее установили, но реконструкции самого бульвара еще не было. А вот сейчас можно посмотреть, что получилось. Вечернее время попробую вам еще заснять, как все светится. Вот елочка наряжена. Сейчас днем этого не видно. Очень хорошие, комфортные такие скамеечки, урны. Сразу видно, люди гуляют, отдыхают. Под навесиками вот такие вот замечательные столики с лавочками. Оценят любители домино и других настольных игр. Такой вот стал уютный сквер. Уголок античности. Раньше примерно на этом месте была сцена летнего театра. Но она была разломанная. Сейчас же это, конечно, такой вот замечательный уголок. Очень так красиво и необычно для нашего города. Подобные колонны. Ранее уютный городок был какое-то время не совсем уютным. Сейчас все абсолютно восстанавливается. И уже, ну, наверное, в городе не осталось ни одного сквера, который был бы не отремонтирован. Это, наверное, уже последний. Вот такой вот вечерний вид нового бульвара в Армянске. Освещение как днем. Столько фонарей еще нигде не видела в городе. Для сравнения, дворы темные. Вот такой бульвар. Подводим.
этом году в Армянске. Ой, красавица. Всех с Новым годом!